Ребятки, всем hello, с вами канал Мистер Зуб, меня зовут Роман, и мы продолжаем играть. Снимаю сразу же вторую часть. Не знаю, когда вы ее увидите, следом за первой, или когда я там опубликую, не знаю. Короче, продолжаем снимать наших охотников за привидениями. Погнали. Остановились, вот мы здесь этого искали, удильщика, то ли рыболова. Бэк-датчик что-то нам показывает. Бэк-датчик показывает в ту сторону. А, смотрите, сейчас у нас вот стоит луч, да, на однерке. Вот она, это красная фигня, я так понял. Это луч, который, как, какое оружие у нас выбрано. Так, что здесь? Вроде бы ничего. Жизни у нас... Жизни восполнились, да? По-моему, да. Чуть-чуть. Видно, когда здесь постоишь, жизни восполняются. Так, здесь вроде бы ничего нет. Идем дальше. Опа, опять. Включите, типа, подсказки. Датчик. Вроде пока не реагирует. Опять здесь что-то, да? Трещины какие-то на стенках. Да. Ага, что-то здесь. Ага. А что? Что-то вот здесь. Ага, побежал он туда. Но мы здесь не пройдем. А? Или проходим? Проходим. Так, он туда погнал. Идем дальше. Так, это нас куда-то выводит. Вывело. Опа. Опа, опа. Все в шахту слилось. И вот здесь, наверное, сейчас будет битва. Давайте, давайте его. Чуть-чуть поджарили. Ребят, где он? Скрылся где-то, да? Вон он летает. Ах ты сволочь. Ах ты сволочь. Так, вовремя остужаем его. Атакует. Атакует, блин. Остудить надо. Так, на подмогу пришли мне, ребятки. Ты в порядке? Отлично. Прекрасно, а ты подходишь для такой работы. Да ни хрена себе, одного меня оставили. Что ж ты, мы уничтожили большую часть пятизвездного нью-йоркского отеля. Всего за 3 часа. Ваши мамы и я очень горды вами. Что скажешь, Эгон? Он что-то засек. Давайте его выследим. Так, датчик. Так, где-то здесь. Блин. Меня как всегда с этим датчиком. Опять он бежит. И за мной бежит, блин. Да что ж ты будешь делать, а? Да убегай ты, блин. Блин. Рэй, врача. Рэй, нужен врач. Давай, поднимайся, поднимайся. Мочим его. Мочим, мочим. Продолжайте его атаковать, блин.
У меня жизни чуть-чуть осталось, ребятки, у меня жизни чуть-чуть осталось. Выпускайте ловушку, блин. Давайте все втроем, или вчетвером. Где он есть? Выпускайте ловушку. Я ловушку кинул. Давайте его туда, в ловушку. Черт, это что сейчас? Давай. Да, смачно. Давайте, давайте, затягиваем, затягиваем. Ловушку его тянем. Ловушку тянем его. Есть. Есть. Затянули в ловушку. Но... мне еще больше не нравится, когда ножи и вилки объединяются в нечто. Такое с тобой ежедневно случается. Так, ребятки, вот он, походу. Кто-нибудь видел? Опа. Парни, я снаружи, и у меня для вас сюрприз. Ребятки, я стопудово уверен, ты зефирный человечек. Нам тебе не хватало, партнер. Рад, что ты вернулся. Нам повстречались новые призраки, видел бы, как мы их... Питер, я и так пробивался к вам в течение 4 часов, на улице сплошные пробки. Стойте, мне знаком этот звук. Уинстон, ты там что-нибудь... Вижу кое-что большое, сладкое, мягкое и белое, и вам это вряд ли понравится. Черт. Нет, это невозможно. Не здесь, не сейчас, не снова. Зефирный человечек, ребят. Ну вот он. Маленький сладкий великан. Вот он шагает. Да, и крушит все на своем пути. В этот раз я ни при чем, клянусь. Рэй, соберись, может у нас найдется чем остановить эту... Рэй, кажется, вы хотели сегодня испытать какую-то супер ловушку. Звучит маняще, непредсказуемо интересно. Давайте ее запустим. Суперловушка против божественных приспешников? Такого намерения не было. Но теоретически оно возможно. Проблема в том, что ловушка такой мощности мы никогда не применяли. Разве это нас останавливало, когда не было другого выбора? Вот именно, мужик. Мы же не комитет по пищевой. Для начала нужно расчистить путь. Как мы это сделаем? Опа, он... Опа, вот они какие-то. Черт, охлаждаем. Охлаждаем. Что они там все болтают, болтают? Вы давайте дело делайте, ребята. Черт дери, вот они везде, кругом и всюду. Охлаждаем. Есть, да? О, куда она летит? Ты ж ё-моё. Человечек, хватит бушевать, не надо. Давай, 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 поправляйся. Еще один. Есть. Да блин, ты что же за фигня такая? Блин.
помощь уже в пути. А, меня... Поднимайте, поднимайте, ребята. А, тащим его сюда, в ловушку. Ловушка в машине. Ловушка здесь, в машине, блин. Давай сюда, блин. Есть. Давай, поднимайся, друг. Давайте сюда его, в машину. Есть. Вон он, еще один. Опять меня что-то тут достает. Да вы что, издеваетесь? Давай, давай, поднимайся, поднимайся. И ты тоже поднимайся. Черт, у меня сейчас будет жопа. Да где он там есть, блин? Ты что за херня? Все, мне жопа. Помощь в пути. Давай, давай. Есть, один есть. Давай, его сюда, блин, тени. Ё-моё. Есть. Давай, поднимай его. Давай вот этого вали. Есть. Блин. Плохо, что музыки нет. Сейчас музычка бы. Давай, давай сюда его. Вот, все. Расчищаем путь потихоньку. Опа. Там что-то еще. Сзади. Что за? Я слышу взмах крыльев. Это еще что за фигня? Это демон стопудово. Гаргули. Опачки, ребятки. Вот они и гаргули. Это жесть. О. Давай их мочи. Мочи ее, блин. Че на нее луч так хреново воздействует, что ли? Есть. Охлаждаем врача. Черт, пойду я ему помогу, ребят. Так, все, помогли. Эй, я помню такую игру, Призраки и Гаргульи. Мы играли в нее, когда я ходил на семинар. Призраки и Гаргульи, да? Случайно не носишь? Восьмигранные кости случайно не носишь? Опа, а это что еще за... Призрак из канализации. Есть. Один есть. Надо вот этих убить. Гаргульи. Дамаг прям. Дамажат. Черт, перегрев. Охлаждаем. Есть.
Перегрев. Давайте тяните его сюда. Во. Есть. Затащили его, блин. Доступ к апгрейдам, да? Давайте посмотрим, что у нас. 18 тысяч. Доступ к апгрейдам. Так, это приобретено. Это стоит 10. Давайте снижение отдачи бластера. Купить. А, принять. Все, окей. Сколько у нас? 8 осталось, да? Здесь 5, 5. Ловушка. Быстрая ловушка. Пятак стоит. Давайте ее еще купим, да? Купить. Принять. Есть. Окей. Все, ну. Что это? За какого? Что мы будем делать? Черт, это вот. Че, зефирный человек? Нам пройти не удастся здесь. Эй, пойдем в этот переулок. Какой? Сюда? Ну давайте. Давайте, давайте, ребятки, съезжаем. Вместе с Уинстоном. Пойди, Уинстон. Заходи. Жутко и свежевато. Ну да. Опа, вот оно и поехало. Эй, ты что делаешь? Призраки в стиральных машинах или что? А где этот остался? Пойдем. Что за там? Ага, живую коробку какую-то нашли для завтрака. Изучить артефакт. Идем дальше. Похоже, это наш путь. Горючий растекает здесь повсюду. Не сказал бы, что это безопасно, приятель. Для начала бы я хотел кое-что испытать, но поскольку урок по безопасности на сегодня откладывается, имейте в виду, что я модифицировал нейтронный бластер. Ого, разницу пришло раньше срока. Базонные дротики. Ух ты ж. Воу. Мощно взорвалось. Снарядить на тап. Да, реактивная ловушка. Базонных частиц 12 стоит. Ага, у нас пока 12 нету. Пока 12, ребятки, нету. Будем пользоваться чем... Опа, нифига себе, она едет. А мне прокатиться можно, ребят? Можно с вами тут сяду где-нибудь? Нельзя. It's a prototype, Peter. You recall the memo from you about getting too many memos on prototypes? Well, I did right there. We mounted a high expansion rapid cycle multiple ghost absorber. It's faster and larger than our portable units. Am I in jeopardy? Is this идем дальше. Stick to roast this guy? Okay. Okay. Potentially. But our exposure to three-dimensional demons has been too much today, so it would be wise to anticipate some error. Опа, какую-то несекаемая бутылочка сиропа. Угу, нашли. Артефакт изучить можно. Сказочная бездонная бутылка трехпалого Дженкинса. Хорошо известна наираскаивающейся бродяге. Ясно. Так, ну мы прочитали, что согласно легенде ее звали Быстрый Дженкинсон. До того, как она... Как он продал самую дорогую для себя вещь в обмен на неиссякаемую бутылку сиропа от кашля. Это было в 1944 году. Так, возврат. Колокол-призыватель какой-то еще тоже. Это который мы в отеле находили.
Так, ладненько, идем дальше. Так, чё, куда тут надо пройти-то? В эту дверь, что ли? Так, эти поехали. Едем, едем, конец света, блин, настал. Кто-то нуждается в охотниках. Да, это точно зефирный человек, если так будет ходить, что-то здесь крушить. Бочки полетели. Ух ты ж, ё-моё. Wasn't that show shut down when the stage caught fire and killed the cast? I read the reviews. Oh, the humor. Опять эта жижка. That's right. Ruthless producer. They just reopened it last week. It's crackling. There must be something really bad about this place. Чё у нас? Good idea. We should probably have a look. Стоит получше осмотреться. Думаю, мы здесь. Так точно. Какая необычная... О, подожди, лучше не трогай. Темная слизь. Темная слизь — довольно опасная форма экстоплазматической сети, токсичная и смертельна. Эгон и я пока не придумали одежду, способную защитить нас от этой дряни, так что будьте внимательнее. Короче, на нее нельзя наступать. Другими словами, такие пятна вывести не удастся. Ясно. Ай-яй-яй, она обжигает. Смотрите в оба. Опа. Куда она улетела? Поет неплохо. Че, мы в нее хоть попадаем, не? Peter, you better take her. What's that supposed to mean? I'm a chubby chaser? I take out one plump girl, blind date, like her personality, and you guys can't let it go. Че там? Ох, гадость какая. Черт. О, вот эту я дырку там проделал. That's a good start. Затягивайте ее в ловушку. Ловушку ее, блин. Вот сюда, 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 сюда. Вот все. Give it to him. Ну давайте, что ж вы, блин, затаскивайте ее сюда. Есть. Вот она еще одна. Есть. Гаргульи. Гаргульи, ну да, их сразу нужно убивать. Okay, now. Get a scan. Behind you. А, они их разбивают. Oh. Черт, у меня, по-моему, плохо. Есть. Что она от меня хочет? Отстань от меня. Так, охлаждаем наш ранец. Врача, где он есть? Поднимайся. За работу. Incoming!
Походу все делаем одно и то же. Где она? Вон она. Есть. Теперь вот эти вот. С ними сейчас расправимся. Вот один есть. Тянем его сюда. И теперь вот сюда. Есть. Угу. Так, подтягиваем. Есть. Человечество снова перед нами в долгу, приятель. Гинденбургская опера просто ужас. Таймсквер, великое воплощение посттурбанитизма, что ли. Скажите-ка, это он? Да, ребята, это зефирный человечек. Эгон, как близко стоит подъехать, чтобы загнать его в ловушку? Как можно ближе. Что он задумал на этот раз? Он что-то высматривает? Может что-то, может кого-то? На улицах Нью-Йорка, как вы успели заметить, воцарился полный хаос. Власти делают все возможное, чтобы прекратить панику среди населения и поддержать. Это просто безумие. Зефирный морячок, герой популярной детской телевизионной передачи, впал в неистовство. Это уже не тот зефирный человек, которого мы полюбили. К счастью, охотники за привидениями уже прибыли, чтобы навести здесь порядок. Опа. Попробуйте разузнать, что ищет зефирный человек. Да, его так просто, смотрите, не прожаришь. Что ж, остались только ты и я. Мы пересечем Таймсквер и увидим. Опа. Черт тебя дери. Убегай. Черт, какие-то зефирюги или зефирные эти самые. Так. Остужаем. Nice boson. That really dinged him. Great job. Now see if he wants more. Да, так нам его не победить. Что-то мы его совсем разозлили. Оу. Следуйте за Рэем через Таймсквер. Зефирюги. Бэнкман, вы должны отвлечь его. Бэнкман, вы получаете кофе? Бэнкман получает кофе. Бозон дартс должны сделать трип. Давай, пока этих мочи, я буду пока пушкой пулять его. О, ух ты ж, совсем мы его разозлили. Чё-то он начал топать. Пойдем, пойдем. Отвлеки его. Опа. Пеппер
Отвлекаем его. Сейчас он, наверное, еще раз на ногой топнет. Ага, остужаем. О, все, расчистил, бегим дальше. Люди тут каким-то макаром бегают. Так, все, пусто. Порядок, охотники, здесь перед вами лишь мыслительный аватар пришельца пятого класса. Мы профессионалы, всем спокойно, выйди на улицу без резких движений. Какого хрена? Черт. Давайте убиваем их. Пока что мне кажется, что, ребят, игра идет прям как-то вообще легко просто. На изи прям мы тут справляемся. Наверху он искал что-то. Полезли наверх, пойдем. Так, датчик. Вон мерцающий красный телефон. Нашли мерцающий красный телефончик, ребятки. Опачки. Что-то сейчас будет интересное. Что-то сейчас будет. Довольно, хватит, у меня есть сердце, не остановилось. Следующего раза я не переживу. Расслабьте, сэр, мы совсем справимся. Мы охотники за привидениями. Оставайтесь на вас. Зачем покидать здание? Все пройдет тихо. О да, конечно. Каким-то образом узнал, что сегодня ваша жизнь окажется в опасности, и подумал про себя. Эй, надо бы загнать Марка в лифт. Ловушку из которой... Прошу нас извинить. Чего-то они тут поругались. Из-за чего-то. Ребятки, не ругайтесь. Тут зефирный человек ходит, и вы, ну, в лифте ругаетесь. Что ищет зефирный человек? Не знаю, сейчас... Так, взаимодействовать с чем? А, попить можно. Да, прикольно. Реализовали. Хоть фонтанчика попить можно. Так, здесь что? Так, нужно искать. Нужно искать, ребята. Что-то за... Что-то там ходит наверху. Так, чё? Да гоу-гоу, да. Так, точно не здесь. Вот здесь, наверное. Открываем. Ага. Вот там что-то. Uh-oh. No sudden movements. Okay. Sure got quiet all of a sudden. Где-то здесь эта хрень. Мочи их, вон он еще один бегает. Огнем он пуляется. Ребята, вы чего, блин, озверели что ли? Куда вы толпой бежите? Тихо, все по очереди подходим. Все по очереди, блин, я сейчас умру.
Где он, блин? Давай, теперь ты мне помогай. Все, нас сейчас здесь атакует. Фу, блин, я нас спас, короче, одним взрывом. Ну чё, всё? Вроде бы всё. Так, пэк-датчик включаем. Что-то тут есть. Только что нужно найти. Ага, вот он. Макет. Модель, допускающая тревожный что-то. А, тревожный свет. Изучить на тап, да? Американский оккультист Джон Джордж Хохман в 1926 году заказал небольшую модель для домашнего центра зла. Черный дом 3 с архитектурной фирмы Шандора. Модель была выполнена из Хохман. Так и не вернулся за ней и не заплатил за заказ. Times Square уровень. Так, что мы можем приобрести, кстати, по этим? Канделябровый ползун, кухонный голем, ленивый призрак, лизун. Остальных мы не сканировали. Зефирный моряк заинтересовался верхним этажем здания. Исследуйте местность и опередите зефирного великана в поиске его цели. Так, что у нас 13 тысяч. Что будем покупать? Увеличение мощности бизонных частиц. Вот это можно купить. Покупаем. Принять. Есть. Окей. Все, ребят, осталось 1000. Открываем. Хорош. Вот, блин. Зефирные типа эти. Есть. Одним выстрелом. Есть. Видите, я заметил, ребятки, их можно прямо вот так вот, прям. Тупо не держать. Ух ты, вот он входит. Чё он хочет, интересно? Ага. Нашли артефакт. На тап можно изучить. Написано знаменитым безумцем Гааги. Ремка де Грутом в 1954 году. Де Грут был печально знаменит использованием собственной крови и крови дорогих других при создании своих модернистских шедевров. Однако позже было доказано, что это были лишь дикие слухи. Да, картинки с кровью делал, ребятки. Чё там человечек, подуспокоился? Не проходит по нему? Чуть-чуть подуглили в ухо. Оу. Спасите девушку. Somebody help me! Easy now, miss. Just relax. No sudden movements. You're perfectly safe now. Sudden movements! Sudden movements! На тебе. Ушел. Есть. Блин, ну с этим лучом прям можно... А, Манхэттен, обожаю его. Да, Манхэттен. Виддон, конечно, крутой. Блин, ну небо сделали классное просто. Небо сделали классное сейчас, ребятки. Походу простыл. Фиг его знает. Так, ладно, продолжаем. Поехали. Что нас ждет дальше? Так, девушку спасли. Мне кажется, та, которая была в лифте.
Все хорошо, с вами доктор Венкман. Вы в безопасности. Ты не все кофе выпил, правда? Рэй, я всем принес кофе, но маленький негодяй его разлили. Может, ты меня чем-нибудь порадуешь? Это был Гозер? Да, наверное, скорее всего. Вы хотите выйти отсюда самым кратчайшим или самым живописным путем? Выбор предоставляется даме. Там есть лестница, вперед. Ну, пойдемте. Ух, капелька любезности в трудной ситуации не помешает. Обожаю женщин. Погнали, ребят, погнали. Опа. Думаю, у Мягкотелого не все дома. Выйдите из здания. Теперь нам надо выйти. Давайте попробуем выйти. Так, подумаем, что делали люди, когда не было лестниц. Забирались по веревкам или подпрыгивали. Поднимаемся на крышу. Ух, ё-моё. Он там чё, совсем? Пойдем. Бежит, вы видели? Кирпичи прям пинают, как эти. Пенопластовые коробочки. Ну, привет, привет. Идет. Идет за нами. Где он? Не достану его, да? Идем наверх. Му-му, go. Let's go. Ты ж, твою мать. Хорош, успокойся. Дружище, успокойся, попей кофейку. Поджарься пальчик, съешь его. Вместе с кофейком будет замечательно. Так, ребят, что у нас тут, вертолет встречает? Вот это видон, смотрите, зеленое небо какое. Так, датчик. Так, все вроде, да? Ох-ху-ху-ху-ху. Давайте его загоняйте уже. О! Выкидывай ловушку. Блин. Один есть. Как-то надо приловчиться. Как-то я еще не сильно-то могу это. А там еще одну ловушку выпустили. Он стреляет по кому-то. О, давайте, тяните, тяните его сюда. Сюда тяните, ребят, ловушку его. Вот, все. Оп. Чик. Отличная работа. Забираем ловушку. Так, куда они там пошли? Доступ к апгрейдам. Какие апгрейды можно приобрести? Бластер приобретен. Этот приобретен. Этот еще мы не можем. Иммунитет к урону от бездонных частиц. 14 тысяч стоит. А вот пэк-датчик, повышение точности сканера. Давайте его возьмем. Купить. Принять. Окей. Все, выход. Взяли его. Эй, голуби. Давайте, дамажим его. Так, ловушку выкидываем. Где он там есть? Где он? Где? Поднимаем. Тащите его в ловушку.
Тащите его вот сюда, в эту ловушку. Куда вы, ребят? Вот она. Все. Так. Все, я его один вот затащил. Так, бэк-датчик, да, где-то сработал. Зефирный моряк. Ух. Нормально. Классно, я ему вдарил прям. А вот он, большой злобный морячок. На пути его почти, кажется, у него ничего не вышло. Рэй, послушай, если бы три парня карты размером с твой палец скинули бы тебя с высоты 30-этажный небоскреб, ты бы забрался обратно, чтобы их раздавить. А, это вопрос был, Рэй, ты забрался в обратно? Несомненно, я был бы... А, похоже, у кого-то слишком высокий уровень сахара. Это гигантская белая синяя игрушка. Или парень. Нечто, она все еще лезет по зданию. Да неужели, женщина? Вот ты, блин... Я впечатлен его ловкостью, если не брать во внимание отсутствие... чего-то там, пальцев или чего. Хорошие новости. Это Экта-1 готова к наступлению. Проводим смену позиций. Не могли бы вы задержать морячка еще пару минут? Если под несколько ты подразумевал одну минуту, то это... крах. Эй, тебе никто не говорил, что у нас перерыв? Не волнуйся, малыш. Мы рядом. Что ж, если ты там, то, может, найдешь способ сбить мистера. О, ребят... Победите зефирного человечка. Может, нужно по рукам стрелять? О. А, смотрите, ему дамажит. О, вот это прикольно, в VR-бачках бы посидеть бы. Вот мы ему в глазик попали. Еще раз в глазик. Опа, сорвался. По рукам нужно. Эх, промазали. Остужаем. Давай. Чуть-чуть осталось. Зефирный мудак. На, в рот тебе. Еще на. На, глотай. Все. На, догонку тебе. Ты испортил мой десерт. Высшая лига всегда побеждает. Прикольно висеть в таком положении, конечно, блин. Где он? Он стал большой белой лужей, по которой вы едете. Но все же рады, что ловушка в порядке. Да. Она чиста. Как себя чувствует? Довольно неплохо, если не учитывать все произошедшее. Что ж, для нас это было всего лишь... работа. Знаешь, я никогда не забываю выражение лица при первой встрече. Мы, кажется, уже пересекались в отеле Седжвик. Тогда ты невольно вогнала меня в краску. Меня зовут Элиса, доктор Элиса Селвин. И я доктор Питер Венкман. Это доктор Эгон, доктор Рэй и доктор Уинстон.
Это кадет, если ты его помнишь. Ого, охотник за привидениями. Вам приходилось сталкиваться с такими квантово что? Это называется дуга, мощный выброс психокинетической энергии. Вообще-то да. Когда я была в музее, этот самый выброс прошел по всему зданию, а потом я оказалась в какой-то комнате в старом отеле на 13 этаже. В Седжвике нет 13 этажа. Что-то притягивало меня, словно магнит. Я почувствовала, что нахожусь в глубоком сне, а когда пришла в себя, убежала и отправилась сюда. Сюда? Здесь мой первый временный офис, пока я нахожусь в городе. Я начала проводить исследования сразу после того, что произошло. Нам бы хотелось создать вам пару вопросов и испытать пару тестов. Не загляните к нам в офис? Есть идея получше. Может, обсудить это где-нибудь в тайском, мексиканском или японском ресторанчике? Ого, доктор Вэн, на этот раз вы побили свой рекорд, не высказав ни одной колкой мысли за 45 секунд. Доктор и пылкий пациент, очаровательно, просто прелестно. Интервью с Элисой Селвин. Так, вот мы оказались в этом самом. Так, ребят, будем на этом заканчивать, короче. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Лайки. Вот так вот или как? Вот так вот нормально будет лайки. Пишите обязательно комментарии. Чё там так, чё не так. И смотрите, ребят, смотрите. С вами был Мистер Зуб, меня зовут Роман. До новых встреч!